А давайте сейчас проведем эксперимент. Мы попробуем от 220 двигатель подключить на звезду. Хотя кругом рекомендуется подключать на треугольник. И посмотрим, как он шумит, как он работает, как он греется. Треугольники, двигатель будет сильнее шуметь и больше греться. Хотя везде на 220 рекомендуют треугольник. Но на звезде он работает мягче. И давайте проведем эксперимент. Сейчас вот соединение тут. Звезда от конденсаторов, значит, трехтысячник двигатель, 3000 оборотов. Сейчас мы его запустим и послушайте звук, как он работает. Посмотрим, как мотор нагревается, сам звук мотора. Чем сильнее шумит мотор, тем он быстрее будет нагреваться. Это уже понятно. Вот, значит, включаем. Значит, соединение звезда от конденсатора. Запускаем. Вот, слушайте, соединение звезда. Как работает двигатель. Послушайте секунду, 10-15. Немножко подшумливают подшипники, но это ничего страшного. Он в эксплуатации не был, двигатель старый, советский. Я ревизию сделал, подшипники набил смазкой. Сейчас они смажутся. Вот слушайте, как работает. На звезде он практически может работать в режиме S1. Он практически в неограниченном режиме может работать. Ну, естественно, без нагрузки. Если большую нагрузку дать, он, естественно, будет греться. Вот, слушайте, соединение звезда. Еще инструмент шумит тут немножко. Вот я прижму его. А теперь давайте переключимся на треугольник. Выключаем электродвигатель. Вот сейчас мы со звезды перекинули клеммы вот таким вот образом. Это соединение треугольника 220 вольт. Вот теперь слушайте шум двигателя, как он будет работать. Нагреваться он будет 100% больше, чем на звезде. Проверено лично. Вот сейчас включаем. Так, тут все включено. Конденсатор для запуска 10 микрофарад. Хотя на треугольник требуется уже 15 микрофарад. Но конденсатор большой, еще тем более советского производства. Я думаю, ну посмотрим сейчас. Включаем. Вот запустилось. Отключаем конденсатор. Вот слушайте звук двигателя. Вот эта работа на треугольнике. Слушайте, как он шумит. На звезде, и потом сравните со звездой. Выключаю. Вот от звезды, от треугольника мы запустили электродвигатель. Но по моему личному опыту, от звезды он работает мягче и меньше нагревается. Треугольник тоже можно. Ну вот, как бы, сами попробуйте. Спасибо за внимание.